Стране внешняя обстановка. Кулак, который угрожал миру, разжался, и сейчас мы стоим с протянутой рукой. Внутренняя обстановка коротко по основным направлениям. Политический строй, демократия. Коренное отличие демократии – свобода. Если при царизме важно было не погибнуть на каторге, при социализме в психушке, то при демократии главное – выжить на свободе. Социальный состав общества. Чем шире состав, тем общество более развито. У нас более развито. Судите сами. У них богатые, состоятельные и обеспеченные. И все. Ну, может быть, еще те, кто не может позволить себе иметь на одну семью 3 автомобиля. И все. У нас олигархи, нищие, очень нищие, крайне нищие, самые нищие, нищие дальше некуда, абсолютно нищие, нищие абсолютно нищих и нищие, каких не бывает. Вожди. Положение резко изменилось в лучшую сторону. Раньше, только после их смерти, мы узнавали, что они враги народа. Сейчас сразу видно, кто, как говорится, из них ху. Армия. Мы, наконец, имеем армию, о которой мечтал Суворов. Живот в голоде, голова в холоде. Медицина. Здесь все хорошо, нареканий нет и быть не может, потому что здоровые ничего о медицине не знают, а больные уже ничего не скажут. Социальная защита граждан. Имеется в виду, конечно же, в первую очередь, ритуальные услуги. Сегодня на услуги может рассчитывать каждый. Другими словами, государство готово похоронить всех. Наука. Если во всем мире сколько вложишь в науку, столько от нее и получишь, то у нас можно вложить ни хрена, а получить 6-7, а в удачные годы 8 раз ни хрена. Искусство. Важнейшим для нас сегодня, несомненно, является порнография. Если основной творческий принцип реализма, о чем думаешь, что и показываешь, то основной творческий принцип порнографии, чем думаешь, то и показываешь. Особо о культурном обмене с Западом. Это единственный обмен, который осуществляется на выгодных для нас условиях. Они нам фильмы ужасов, мы им новости дня. Борьба с преступностью. Борьба с преступностью. Сегодня, крайний срок завтра, будут названы имена исполнителей и заказчиков самых громких преступлений последнего времени, таких как убийство царевича Дмитрия, княжны Таракановой. Экология. Имеется в виду, насколько загажена среда обитания. Можно сказать так, если у них загажена среда, то у нас вторник, среда, четверг, пятница. Продолжительность жизни. В России 59 лет у мужчин, 67 у женщин. Для сравнения, в Японии, соответственно, 78 у мужчин, 83 у женщин. Цифры не врут. И может показаться, что японцы здоровее нас. Но все наши в Японии живут далеко за 90, а не один японец у нас до 59. Не дотянул. Секс. Наши ученые выявили связь между юмором и сексом. Они заметили, что когда смешно, то не получается. А когда не получается, то не смешно. Золотой запас. Ну тут просто. Кто запас, тот и золотой. Народонаселение. Рождаемость падает, потому что оргазма достигаем только во время воровства. Жилищное строительство. У каждой семьи отдельной квартиры к 2000 году не получилось, но, наверное, получится к следующему году, к 3000. Вот такая картина. Все вроде бы хорошо. Общие впечатления. Нет сомнения в том, что церковь отделилась от государства, а государство отделилось от промышленности, науки, сельского хозяйства и так далее. Все это еще раз говорит, что умом Россию не понять.